Всем привет! Мы по-прежнему живем на первой береговой линии у самого моря в Китае. Сдаем квартиры посуточно, помесячно. К нам все больше в Гарден приезжают людей со всех концов бывшего СССР. Гарден прекрасен. Сегодня 3 ноября. Люди еще купаются. Еще тепло и хорошо. Зимой, конечно, может быть немножко прохладнее. Но сейчас очень и очень приятно. Очень и очень приятно. Добро пожаловать! Комплекса вот этого. Нигде аналогов не видел. Ни в Европе что-то подобное, там даже на пляжах. Ни где-то в Китае. Пусть этот комплекс уже лет 10-15, но все равно. Вот это первый этаж. Здесь вот продувается все хорошо и все. 31 этаж. Смотрится очень красиво все. Этажи открытые. Ну да, зима, конечно, здесь не снежная. Ну а мы едем купаться. Сейчас будет репортаж с пляжа.